Снегурочка, ему внучка. Снегурочка может ему помогать. Это его помощница. Деду Морозу приходится Снегурочка внучкой. Снегурочка для Деда Мороза лучший помощник. Жена. Дед Морозу приходится Снегурочка внучкой. Она, наверное, главная помощница. Она ему внучка. Ну, либо племянница, либо помощница, как снеговички там, например. Или гномы маленькие. Ну, наверное, шиной. Ко мне вот два раза вот приходил вот Дед Мороз, Снегурочка не приходила. Это племянница, которая помогает Дедушку Морозу. Внучка.